Вот сейчас вырубку здесь сделаю, она никакого водонасыщения не пройдет. Когда однажды подали документы в суд, арбитраж, естественно, будет судебное разбирательство и будет повторное. Ну, а в общем, дорога принята, правильно? А тротуары же он приступил. Почему? Потому что пока погодные условия не позволяли, он делал бордюры и все остальное. А сейчас, в связи с тем, что все-таки спрашиваем по срокам, начал работать по ремонту дороги. Естественно, у него, по-моему, с 1 числа заканчивается срок, но я думаю, за неделю эта работа будет завершена. А главное, чтобы на сегодняшний день качество дороги должно быть хорошее.